Не думал, что когда-то это скажу, как человек, любящий тепло и не очень любящий холод. После месяца в Таиланде я хочу сказать, что тут действительно жара надоедает. То есть вот сейчас тут днем где-то порядка 36 градусов плюс, и выйти на улицу довольно неприятно. Сразу покрываешься потом. Действительно, то есть весь день получается комфортнее проводить в помещении, в кондиционируемом и скрываться от солнышка. То есть, ну, как-то не очень. И я начал понимать людей, которые говорят, что «О, мне надоела жара, я хочу в страну попрохладнее». Вот, еще тут такой нюанс. Вода тут почти во всех зданиях хранится... Ну, как хранится? Наверху, вот на крыше, вот здесь, вот четвертый этаж нашего отеля, тут стоят большие цистерны с водой. В эти цистерны вода набирается из водопровода и потом подается во все, соответственно, квартиры, номера и так далее. Вот. И днем эта вода нагревается. Нагревается до такой степени, что когда днем моешься, а мыться тут из-за жары приходится после каждого выхода на улицу, она очень горячая, то есть она градусов 36, может 40, где-то так. Но уже вот чувствуется, что еще на пару градусов больше уже будет невозможно мыться. То есть от нее прям пар идет, все парит. Вот. А ночью она остывает и довольно холодная, поэтому приходится даже использовать водонагреватель. Вот такие нюансы. То есть днем тут действительно жарко и вода горячая. Вот, горячего водопровода тут в принципе нет. То есть кто-то использует нагреватель, местные жители вообще ничего не используют.